team back. E-Gaming Bets. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Dota 2 и Hearthstone, Counter-Strike и StarCraft, World of Tanks и League of Legends. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. Ну что же, доброе утро всем, дорогие друзья. Вечер, который переходит в утро, всегда классно встречать с Америкой. Ну и, в принципе, этим мы займемся. Напомню, это StarLadder, это группа А. Это матч DC против команды Kingdom. Best of 3 встречи нас ожидает между этими двумя командами. Ну и первая игра стартует прямо сейчас. В принципе, немножко как раз задержалась игра буквально на 2 часика. Но это было сделано, мне кажется, с пользой для всех. С пользой для, конечно же, огромного комьюнити, которое будет то самое полезное юзать в ближайшие месяца два, наверное, а то и три, быстрее всего. Ну ладно, давайте лучше перейдем к игре. Digital House против команды Kingdom. Best of 3 встреча. Поехали смотреть, кто же кажется победителем данной встречи. Ну и составит компанию в финале верхней сеточки против команды Dragneel. Ну что ж, драфт уже потихонечку подходит к концу. Видим, Алхимика ротает на Слардара от команды Digital House на данный момент. Ну а команда Kingdom имеет в своем запасе Дума, Баунти Хантера и Инвокера. Что же касается банов, опять же мы видим минус Nature's Prophet, Ио, Darkseer и Lifesteal от команды Kingdom. Что же касается Digital House, то есть там такие герои, как Сларк, Бисмастер, Air Spirit и Бэтрайдер. Так, ну что ж, четвертый пик команды Digital House. Ну, вот посмотрим, что же ребята возьмут. Пока что мы видим Слардара для Резолюшна, который будет отправляться в оффлейн. Есть Элдер Тайтан для Сакс, если не ошибаюсь. Ну и добирают ребята Дазла. Дазла. Еще раз. Дазла. Для Мизери. Быстрее всего. В принципе, Алхимик. Вот в чем вопрос, каким он будет. Будет ли центральным от Вихи, или же все же Му сядет на этого Алхимика, ну и будет показывать фарм. В принципе, как я понял, наблюдая за Digital House несколько игр, в принципе, игра строится всего лишь на двух ключевых персонажей и двух второстепенных. То есть Resolution вместе с Вихой наводит большой-большой кипиш в игре, а Сакса и Мизери как-то им помогает своими подсейвами и тому подобное. Ну а Му просто фармит. Му особо не участвует там в каких-то драках, играет свою доту, ну и потом врывается как раз своим тиммейтом просто на ура. То есть вот более-менее вот такое у меня впечатление сложилось по тем играм, которые я наблюдал. Как оно будет сегодня, ну, опять же, посмотрим. Все зависит от ребят. Опять же, поездку на Манилу они выиграли. В принципе, почему бы и не выиграть поездку на StarLadder? Я думаю, это вполне возможно, поэтому как раз ребята этим, наверное, и займутся. Ну что ж, Феникс попадает в пик для команды Kingdom. А вот что касается этого пика, то тут что-то мне тяжко говорить. Ну, Инвокер отправится у нас точно на центр, это понятное дело, Баунти Хантер в роли роуминг саппорта. Что же касается Дума и Феникса, кто тут что будет делать, опять же, что-то тяжко. Тут
кто куда и кто зачем. Ну, по идее, как Doom, вроде бы как в леса должно ходить, но ну, а Феникс на оффлейн встанет. Мне кажется, именно вот таким вот образом будет все у нас играться. Хотя посмотрим. Ну что ж, минус Герокоптер от команды Digital House с последним баном, ну и Kingdom. Посмотрим, что забанят. Чего они больше всего боятся. В принципе, опять же, не угадаешь. Кого могут взять ребята? Хотелось бы вот Мипа. Такая хорошая черта сегодняшнего такого утра. Мы начать с Мипа. Вот Вихи, но вот минус Ландроид команды Kingdom. Теперь вот пик вот этой команды. Давайте посмотрим, что же ребята доберут себе на роль мейн керри. Вот кого? Вот смотрю я просто-напросто статистику прямо сейчас. Есть Сларк, есть Хаус Найт, есть Акс, которого ребята очень-очень неплохо юзают. Есть также Вивер. В принципе, Сларк в бане, Вивера не вижу, Акса тоже не вижу. Кого еще можно тут? Джиггернаут, я вижу, есть. Вот, ребят. Свен и Никс Ассасин. Вот, вот. Чё-то... Не такого я ожидал, но ладно. Думал, что как-то поинтереснее все у нас будет. Выглядеть, но так, мне кажется, тоже сойдет. Почему бы и нет. Ну и, понятное дело, для начала, опять же, забыл я такую штуку, как те самые ставочки, которые вы можете поставить. Ну и вот ЕГБ представляет вам вот такие вот ставочки на данный матч команды DC, видим. 1.03. Что же касается команды Kingdom, то 5.88. В принципе, если кто-то из DC заруинит каточку, я думаю, неплохо тут подымется. Очень-очень неплохо. Ну что ж, давайте начнем с представления команд. Команда DC за Storm Radiant, VK на Алхимике, Сакса на Elder Titan, Misery на Dazzler, Resolution на Slardar, ну и Му будет играть у нас на Никсе. Что же касается команды Kingdom, то на Bounty Hunter будет играть у нас Ньюшам, 747 на Инвокере, Пандаего на Фениксе, Зузи на Свене и вот последний Думчик в исполнении Женкиса. Так, ну Никса вроде бы как заметили. И окружение будет, да. Находят Му, пытаются как-то застопить, но проедает он деревца. В итоге уходит с горы. Какую же позицию занял, черт возьми. Красиво. Красиво было. Ну что ж, начинается у нас игра. Напомню, это первая игра Best of 3 встречи. Посмотрим, кто же тут окажется, опять же, победителем. Ну, судя по тому, что предлагает нам ЕГБ, то шансов у команды Kingdom, ну вот, очень-очень маленькие. Ну, то есть нельзя сказать, что невозможные, но маленькие. Маленькие. Невозможно, это когда уже десяточка там заливается, уже по двадцаточку, тогда уже невозможно. Тем временем Му очень сильно страдает, Карапас и прожал, но все равно в таверну попадает, в итоге первый фраг достается команде Kingdom. 1-0.
Ну, видим, да, трипла была у нас на топе в исполнении команды Kingdom. Ой, стоит против них у нас один тот самый Никс. В исполнении ему тоже прикупил, видимо, уже Battle Pass себе. Уже новый телепорт отличный его исполнение. На центре видим Виха против Инвокера. Есть тут Баунти Хантер недалеко тоже ходит, развлекается. На подсейве, если что, Саксак видим с Вайндлендсом. Ну и на ботуме, в принципе, пустая линия для Резолюшена, где он достаточно неплохо, как видим, чувствует себя, фармит, ни о чем не беспокоится, приходит к нему Дум. Ну, думаю, что-то тут тоже пытаться получать какую-то лаву. Потихонечку. Никс снова у нас погибает на топе. Это второй фраг для команды Kingdom. Один был для Баунти Хантера, другой был для Свена. Да. Чё-то... Единственный американец начинает немножко неудачно, как мы видим. Тоже Poison Touch для Дженкиса. Опять же, чтобы просто-напросто отстал. Как бы на этом все и заканчивается. Ну что же, Виха. Третий левел получает. Видим, на единичку есть спрей сначала. На двоечку уже берет у нас ту самую монеточку. Начинает зарабатывать денежку. Мы видим. Что же, нападение у нас на Дума. Дум пытается скрыться, в итоге скрывается. Да ладно, неужели... Нет, первого левела всего лишь Elder Titan, не было стомпа. Так бы, конечно же, спирита вперед бы запустил бы. Ну, там бы ребята, наверное, быстрее всего и забрали того самого Дума через два стана. Ну, такое себе дело. Ну что же, Виха, Санстрайк и выйдет на развороте, пытается драться, но вот почти у него получается. В итоге выживает Инвокер, 30 хелспоинтов у него остается. В итоге третий фраг есть для команды Kingdom. Я что-то вроде там вначале говорил про вот этот Сливон. Пять и восемь, да? Да-да-да-да-да. Даже не знаю. Так, Баунти Хантер пока что, видим, шастает в лесах. Находит трудную иллюзию, ну и сразу же расправляет свои иллюзии куда надо. Ну просто-напросто мешает делать стаки, как бы на этом и все. Так, ну Никс, вроде как спокойно. Для него. Опять же, все может измениться. В любую минуту, в любую секунду. Прямо как и сейчас. Сразу же подрезает его. Баунти Хантер начинает нарезать му. Все, все, все залетает для Никса. Приходит Сакса. Стомп есть, хорошо. Но Зузу, конечно же, не составил. Пытается разменяться на Сакса. В итоге, все же, да, погибает у нас Феникс. Пытался уйти, но вот немножко не получилось по кнопкам прожать. В итоге Санстрайк не попадает. Хотя до конца идет, все же, видим Баунти Хантер. И забирает данный фраг. 5-1. Становится счет, как видим, пока что лидирует у нас команда Kingdom. Но опять же, до поры до времени, мне кажется, все это будет.
До какого времени, опять же, посмотрим. Так, ну, вроде бы, как видим, 6 минут уже позади у нас. По крипстату видим... Инвокер с Вихой более-менее идут вместе, но вот по фрагам, понятное дело, немножко Виха проседает по этому моменту. Курьер, неужели добьется? Да, добивается курьер от Баунти Хантера, а курьер-то новенький. Да, этот Спирит. Неплохой. Тем временем нападение у нас на топе. На Свен уходит. Прилетает Феникс, прилетает также и Баунти Хантер. Пытаются ребята туда выжить. Что ж, Феникс неужели выживет? Феникс и выживает. Ну, просветили тут Баунти Хантера. БХ вроде бы как... Да, тоже Тайрон попадает. В итоге в 1-1 размен получается. 6-2. Счет в матче. Ну, как-то кисло начинается, если честно, игра. Опять же, пока вот не видим того самого экшена, который бы хотели бы видеть. Но все будет, мне кажется. Все будет, как прямо сейчас нападение на Дума. Дума пытается забрать Дум на лоу хп. Неужели уйдет? Ну, видим, неплохо регенится. До конца идет резолюшн. Но вот станчик вот прописывает всего лишь по одному БХ. Санстрайк забирает резолюшн, а в итоге 7-й фраг для команды Kingdom. Чё-то, ну, вы сами понимаете, как это называется. Ой-ой-ой-ой-ой, еще и дазла подрезают. Ребят, ну, это серьезная тема. Это серьезная тема, это серьезное дело. Но самое главное, что это best of 3 матч. То, что как бы, если ребят проиграют один матч, ничего страшного не будет. То есть такое дело. Так, ну Ник справляется, видим, через Вендетту с Фениксом. Есть второй фраг для Никса. Слардар пока что, видим, находится под треком. Но особо это его не беспокоит. Пока что неплохо фармит. До армлета совсем чуть-чуть остается. Видимо, этим и занимается. Виха тем временем уже армлет себе собрал. Идем дальше-дальше. Забирает всех тут крипов. А пытается опять же... Чем больше, тем лучше ГПМчик себе поднимать. Минус, опять же, Феникс на топе. Преследование от Баунти Хантера. Санстрайк не попадает по Вихе. Ну, вот зато встречает у нас. Одного ребята. Тут особо ничего дальше не произошло. Эх. Так, ну вот, первый армлет появляется. В принципе, если Ардар улетит, тот самый армлет. Ну и тут готовится выход со стороны команды Kingdom. Отправляется инвокер тоже вперед. Ну, инвокер, видим, без... Я бы сказал бы так, невариативный инвокер. Без Векса особо, видим, способности он половину не использует. Не будет использовать. Было бы хотя бы на единичку, так было бы что-то. Очень-очень интересно, наверное. Виха, видим, уже на топе находится через... Армлет потихонечку фармит крипов. В принципе, по стандарту. Фармит крипов, зарабатывает деньги, стомп. По инвокеру. Вот вот один, понятное дело, не подъедут, ребят. Как-то сильно жестко.
Вроде бы на Мизере готовятся ребята выходить, но вот, вот он выход заканчивается. Свен уже с Яшей, с Доминатором, Баклеру Дума, 1100 на руках. Приобретает все Транквиллы. Так, ну и по идее должен... Сейчас, нападение, Дум получает и... Достаточно больно, Санстрайк не попадает. Вот что касается вот Дума, то вот, по-моему, он переживет даже. А да, подлял его как раз в Мизере. Ну и без проблем ему переживает тот самый Дум. Так, нападение у нас на инвокера. Цепляют ребята его. Попыточка как-то все же забрать. Ну вот Сюрикен Тос прилетает, стопит игроков в итоге. Не получается. Что ж, 12-я минута позади. 8-4 счет матча. Команда Kingdom впереди. Это первая карта Best of 3 серии. Напомню, это группа А. Пока что вот вторая игра в рамках данной группы у нас проходит. Что же, Hand of Midas. Вот инвокера. Левел 11 уже получил. Что пока у Дума? Ну да, Вангард потихонечку собирает с выходом в Crimson Guard. То, о чем я хотел сказать. Ну и тут же Баунти Хантер, видим, через Миказ будет отрабатывать. Так, Антов Мидас также появляется у Му. Прямо сейчас видим блочит спаун крипов. Ну и на этом отправляется назад, на свою сторону, видимо. Или же нет. Ну, переходит в центр, хотя уже, как бы, видим, пропадает. Та самая Вендетта, но не беспокоится об этом. Просто-просто идет дальше. Так, Миха. И страдает как? Санстрайк не попадает по Вики, но армия вроде бы обузит здорово. Поэтому нормально все для него. Вроде бы как живой. Т1 снизу как раз собирает команда Kingdom. Сверху уже видим преследование тут. Иллюзия Никса за Думом. Ну, этому опять же Вендетти заходит. Попыточка кого-то найти, но абсолютно видим на мини-карте никого тут нету. Опять же, Вендетта не совсем удачная. Стягиваются ребят на Т1 на топе. Снизу уже видим Виха. Снимается фармом. Снизу, точнее, с центра его согнали, ребята. Уже пришли в пятером, сказали ему. А надо тут отжать в тебя что-то. Ты пока сместись там на другую линию. Так, ну и куча-куча всего, ребят, понакупали. Давайте немножко разберемся. Свен. Появляется Сенджин Яша. 1000 сверху голды на руках. Дум же на подходе, у него Баклер. Ой, не Баклер, а, боже, Crimson Guard. Баклер уже там у него есть. Вот как раз рецепт прикупил. Никс уже с Мидасом. 1400 у Слардара, у которого Блинк должен быть на подходе. Барабану есть Инвокер, есть Тревела также у него. Ну и готовят нападение на инвокера. У нас ребята, Resolution. Он получает все же. У нас Impale инвокер, но вот не успевает все же Resolution подойти и дать еще один станчик. В итоге цепляют Дазла. Дазла не отпускают, а все остальные ребята уходят. Ну, вот опять же, Мизери до конца играет.
Но опять же, есть чем сбить телепорт. В итоге все же для Свена достается данный фраг. 9-4, 16-я минута. Что по Вихе? Виха 1300. Есть Радианс готовый. Даже так. Ну, потихонечку идет. К топу. К вершине на Творса. Но все равно пока еще далеко. Киндом тем временем разрушили Т1, на Т2 тоже начали атаковать. Видим сразу же изоцкие фортификации от команды Radiant. D3 сразу же подходит дефать, ну и сразу же разлетаются. Увидев это, у нас игроки команды Киндом. Свен. Дальше, видим, приобретает для себя блиндагер. Опять же, видим и отмечаем, что играет без Хасейбл. У нас Ван. Хотя... возможно, она и появится. Со временем. Инокер 2200. Ну и поехал Bounty Hunter ловить кого-то, находит виху ребята, пытается его как-то вырезать после краева, заяц армлет, но нет. Но погибает все равно. В итоге есть 10-й фраг для команды Kingdom, ну и ребята отправляются на Раша. Забирать именно его. Быстренько этими займутся, ребят. После чего должны отправляться или же по тому же ботуму, где линия достаточно хорошо пропушена, мы видим. Чтобы забрать данный тауэр. Или же по центру, опять же, сейчас посмотрим. Опять же, все зависит от БХ, который... который дал информацию как раз, где-то находится. Так, ну и в итоге разлетелись киндомы. По линиям не хотели как-то ребята вместе сыграть, куда-то пойти. В принципе, еще смогут. Что ж, нападение у нас на Женкиса. Ну да, много-много всего влетает. В итоге Дум пока что еще живет. Да ладно! Ну вот, наконец-то. Дазл добивает своего оппонента. 10-5. Еще один есть фраг для команды DC. Хорошо, здорово. И вроде бы на Свена. Нет. На Свена уже ничего не готовится. Свен очень быстрый, Свен очень неуловим. Не такой простой. Боже, как же он шевелится. Так, ну и тем временем через Санстрайка забирает у нас Революшена. Если честно, я не знаю, чего ждут у нас команда Kingdom. Я просто пытаюсь понять вот эти все вот минуты молчания. Что ребята вообще задумали, как они хотят играть. Вроде бы как преимущество есть огромное у этих ребят.
В принципе, можем по графикам даже посмотреть. Ну вот, 7,5, десяточка. Ну тут смотрите, что с Дазлом делается. Таким же успехом можно просто-напросто идти вперед и как бы ничего не бояться. Но опять же, ребята затягивают игру, тем самым делая, как мы знаем, услугу для некоторых игроков. В итоге, наконец-то, ребята, вперед отправляется. Минус, хорошо, Т2. Дальше же отправляется вперед. На Т3. Сакса, стомп. Вскакивает. Зу. Зу-зу. Ну и, ребята, перетягиваются на бот. Где стоит Т2, который, в принципе, ребята тоже беспроблемно могут его забрать. Да, успешно. И это что такое? Куда? Опять же в центр. Просто, наверное, будут держать напряжение данную линию, и не более. Вроде бы как задачу они свою поставленную выполнили. Два строение сломали и все. По-моему, даже дальше никуда не пойдут. Ну, окей, смог юзается. А тут там могут найти Никса. Никса находят. Никса убивают. Но опять же, видим хорошие варды в исполнении команды Kingdom. Как они расположены. Ну, просто в ряд. Буквально весь центр, ребята, имеет под контролем. Мы, конечно же, и были готовы к этому всему. Ну и Doom на виху. Очень больно ему. Пол хп уже потерял. Резолюшн прыгает хорошо на Свена. Свен пока что стоит и смотрит на все происходящее. Начинает быть у нас Т3. Резолюшн фортификации. Ну и заканчивается Эгис. В итоге Резолюшн. Да ладно, под гривом пока что живет. В итоге оживает. Феникс Сан лопает. В итоге вроде бы никого не цепляет, хотя нет, по Вики падает Супернова. Но вот бараки не потеряли у нас команда Digital House, на этом Kingdom отходит назад. Будет дожидаться следующего Рошана. Видимо так. Так, ну и... Пошли. Начинающие айтемы на БКБ. Вот Свена уже появляется, Ogre Club, Монтастайл от Вихи уже в использовании. Тут ребята под Смакевичем заходят. Надежде кого-то найти. Найдут-то. Дума, Дженкис. Получает опять же все. И погибает. Так, Elder Titan. Погибает от Свена. Также сверху у нас та было. Появляется инвокер. Ой-ой-ой, как же вовремя уходит у нас Resolution. Ну, Т2 тут падает, Т2 тут точно не жить, прыгает вперед, хорошо, инвокер в мизере, проблем у него, под гривом пытается выжить, торнадо залетает, в итоге минус все же. Дазл неплохо действует у нас, ребята, но очень много дэмэджа входит со стороны команды Kingdom. Виха пытается, конечно же, выжить, туда-сюда мантит, санстрайк не попадает по алхимику, но на развороте банку все же отвесил. И она все же достает.
итоге что? Т3 остается только стоять у команды Digital House. Сколько они еще простоят, тоже вопрос. Буквально через 10 секунд появится тот самый Рошан, какие-то действия должны активизироваться возле него. Так. Опять же, вместе собирается команда DC, отправляется по топу, но... Там же Рошан уже стоит. Да, минус Рошан добирает себе еще для полного стака Свена Эгис. Ну и стак айтемов теперь готов к уничтожению от Свена. По ботам ребят отправляются. Опять же, крипов тут достаточно много. Еще Far Cry у зайца, в принципе, тут быстренько должно все разваливаться. Прыгает ЗЗ вперед, начинает навязать у нас тот самый Т3. Но опять же, получает пока что все в себя. В принципе, все пока что нормально для Свена. Ну все, опять же, вливается. Пошла борозда очень неплохая. БКБ у Свена. Яй-яй, теряет свой Аэгис. А БКБхи не будет. Придется без нее кто-то драться. В итоге просто со стана, ребята, не опускает Свена. Минус Свен. Ну и тут, ребята, уже расходятся. После такого. Станчик по Фениксу. Ну и улетает Баунти Хантер, что же касается Инвокера. Но Гоствалки находится, поэтому его тут не заметят. Ну, Свен прожал тут самое КБ. Вообще не по таймингу, как мы заметили. Ну, как раз, можно сказать, после этого ребята все и реализовали, что надо. Так, Резолюшн-то выживает. Че-че-че-че. Больно. Ну, Твиха. Как видим, опять же, время ему дают, ребята. Ну и на подходе уже Октарин, по-моему. Если он не летит уже. Ну вот он, Октарин. 200 на руках. Ну, как-то легко для него все, мне кажется, дается. Опять же, отправляется вперед и просто фармит. Оп. Дальше. В принципе, заметили, ребят, тут. Что свободное место сразу же перетягивается DC на топ. Ну, не знаю, опять же,
не совсем понятны вот эти действия с перетяжкой на ту линию, где нету того самого Т2. Правда, зачем? Если можно опять же по тому же ботам отправиться, по той же центральной линии. Короче говоря, опять же много вопросов. Тоже Свена отправляется вперед, в итоге получает много всего неприятного. На развороте БКБ подрубает. Есть также и команда. Но ловить-то что-то не смогли, ребята, никого словить. Это да. Это да. Хотя Doom хороший для Elder Titan. В итоге выживает. Ну, Грейв был накинут. В итоге, да, выживает, выживает, конечно же, Elder Titan. Свен. Два стол на руках. Опять же, наверное, какой-то сатаник у нас будет дальше. Не данной команды. Команды Свена. Да. Ну, Skies of Ice от Invoker, в принципе, еще до выхода на Алхимика появился Дайнайтом. Ну и дальше... БКБ вроде бы как собирается делать у нас инвокер, судя по Угарклабу, который у него появился. В принципе, ну, по идее, может сделать. Ну что ж, на ХГ стоят у нас команда DCI. Ну и сразу же станчик по двоим залетает. Тут ребят, БКБ юзает Resolution, начинает драться, Свен дальше врывается, начинает, конечно же, нарезать. Санстрайк не попадает вот инвокера, ну и дальше, понятное дело... Ребята, до конца дерутся. Пока что минус 2 есть. Команда DC погибает также Му. Пытается, конечно, дело Свен кого-то нарезать. Ловит Виху. Виху забирают ребята. Также находит и Сакс на Elder Titan. Ну вот. Пытаются улететь, но тут проходит Крит Дзу. В итоге. Файтрик Капыч. 3 в 2. Вот с команды Кинда. Вот так вот. Ну, по идее, очень грамотную позицию, как видели, заняли команда DC. Встали на горочке. Ну и, как видимо, откинули свои способности. Ну, а потом... Страж какой-то произошел. Может, я только понял из всего, что произошло. По-другому не скажешь. Начали вроде бы ребята неплохо биться, но... Все крахом произошло. Что же, Свен врезается в Т3. Остается совсем чуть-чуть до падения данной вышки. Ну вот, Т3 упал и... Назад ребята отходят. Видим Свен уже сатаником. Алхимик. Дальше фармит. Так, ну и команда Kingdom, видим, переходит в дефенс, что ли? Ну, нет. Вязает, ребята, смог, после чего должны куда-то выходить. Куда-то идти. Куда-то.
Ну, понятное дело, в лес ребята переходят. В принципе, вижен там у ребят имеется. Поэтому вот поближе, поближе как раз к краской базе ребята будут подходить. Там как будто пытаться найти. Тоже впереди Bounty Hunter идет, абсолютно никого не видит. Решает ребята немножко продвинуть. Самым ботом. Снова попробовать зайти на бараки. И... Ну, Вижена вроде у команды Дар там абсолютно нету. Никса заметили, хорошо прыгает. Резолюшн отлично, еще стомп от Элдер Тайт на минус 2 мгновенно от команды DC. Дальше же пытаются ребята драться. Инвокер пока что под самым находится. Уходит на ЛХП, на развороте Бласт кидает. Свен без БКБ. Ну вот, пытается кого-то найти, кого-то ударить. Но абсолютно ничего не получается. Прожимает сатаник, начинает вроде бы как неплохо нарезать. Но все равно больно. Очень-очень больно на Свену. В итоге тут один остается. И погибает в итоге ультракил для алхимика. И алхимик просто отправляется вперед. Да. Единственный Дум ушел. Дум, который выжил. Дум, который, как видим, свою задачу сделал. А, 3600, видим. Взлетает ли команда DC после данного файта. Ну, вроде бы как деньги там уже стабилизируются потихонечку, да. Уходят, уходит все в ноль. Мы видим. Так, ну что ж, летает Виха. Надумал. Думаю, тут ребят должны добивать, или же нет? Да-да-да-да-да. Добивает тем временем на нижней руне. Резолюшн до конца борется у нас с Баунти Хантером. В итоге БХ погибает, а Страйк кидался на игрока, который бы заходил. Ну и инвокер включается. Торнадо очень-очень хорошая. Неплохое. Есть кирпич. В итоге Рэдиан забирает все, что у нас Рошана. А Эггис для Эдлера Тайтона. Вот так вот. Му-му. Ну, получился санстрайк, конечно же, сверху. В итоге 20-16 чуть в матче. Как видим, Kingdom пока что не сдаются. Но опять же, еще одна какая-то ошибка вот этих ребят. Возможно, и все очень печально для них закончится. Очень-очень печально. Опять же, сейчас, наверное, начнется та самая сейфовая игра, вот, ребят. Вряд ли мы что-то, наверное, толковое увидим. Хотя, опять же, посмотрим. Да, то, о чем я говорил, начинают ребята очень аккуратно играть. Особо не подставляются. Так, ну и выход команды DC. Пошли ребята у нас по топу. Все-все-все вместе. Тут, конечно же, найдут БХ. Или же наоборот. В принципе, у одного и другого есть гем, поэтому тут, конечно же, ребята увидят. То, что делает.
Сванчик. 4700 уже подфармил. Ну, вот Муншард быстрее всего дальше приобретет себе, но, правда, опять же, оставит себе на байбек. Надо бы ему дофармить на этого всего дела. Нас съедает Муншард. Должен отправляться фармить на байбек. Как раз топ-линия у нас немножко подпушилась. Именно этим, наверное, сейчас займется у нас. Так, Ривер появляется дальше у Розалюшина. Заметочка с выходом в Тараску. Думаю, пока что бегает сплетмейл. Дальше особо видим, фарма у него не идет вперед. Опять же... Все забирает на Свен, который опять же фармит, еще раз фармит. Ну, по таймеру 2 минуты еще до Рошана. Это так, если чё. Поэтому, наверное, будем его ожидать. По-другому тут ничего не скажешь. Ну, буквально просто-напросто ребята остановились, абсолютно ничего не делают. Это же, что тут можно говорить? Ну, по игре точно ничего. Про то, как светает на улице, я думаю, можно многое рассказать. Тяжко. Очень тяжко. Ну вот выходит Никс вперед, увидел Баунти Хантера. Распекаются, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй. Понятное дело, кто выиграет драку, сразу же отправляется вперед в трон. И, конечно же, выигрывает игру. Другому никак. Вау, даже курьера у нас убивают в этой игре. Ну вот, курьер с Тараской для Resolution, а также Point Booster был для V3-3, который собрался кому-то Академ Саптер покупать. Так вот. Опять же, наверное, Аганимыч для Дазла быстрее всего, хотя у Дазла уже есть Аганим. Чего я раньше не видел? И Никса есть, и гоним. Нормально. Смотрим, дату называется. Да. Олдертайн там вроде бы как сам себе гоним готовит. Стоит Слардар. Который на статы себе. Немножко еще себя подымет с помощью Аганима, плюс еще отправится Amplify Damage. С чистым уродом, по-моему, Трусайт. Нет, Трусайт это, боже мой, с головы вылезла. Все ясно. Тем временем тут
готовится потихонечку Шива, по идее, от Феникса. Судя по всему. Хотя, конечно, Шива, когда есть Лотус, он лучше, да. Тоже хорошее решение. Ладно, дорогие друзья, ну 46-я минута, сколько можно еще за этим смотреть? Честно говоря, ну, абсолютно вот минут 20 за последние ничего не произошло. Такая тошнотная игра, которая, ну блин. Которая, как всегда, определится за счет одной или двух драк. Типичная тошнотная игра. Вот как называется. Когда команды никуда просто-напросто не спешат. Опять же. Мы круче. И так далее. Ну вот, меньше минуты еще остается. Хорошо. Здорово. Рошан. Рошан, скоро. На свой гоним дел. Что-нибудь понять. Для Элдера Тайтана тут что? Шива сготовится. Окей. Я понял. Ну что ж, поймали Бандюхантера побили. Подбили, убили. Хорошо. Есть первый фраг команды DC. Дальше ребят отправляются вперед. Санстрайк на Рошана еще не появился. Он буквально через пару секунд появится. Ну, эти пару секунд ребята решают провести с фармом. Ае. Там графики вообще в нуле или нет? Ну, около десяточки. Для команды DC экспириенс там, понятное дело. Че бы рапиру бы кому-то купить? Вот вообще просто супер. Просто супер. Ну что за Феникса еще раз поймали? Феникса убивают. За думом вряд ли кто-то отправится, который БКБ прожал. И Мокер. Плохой тар надо по двоим. Еще сам страйк попадает. Очень-очень здорово. Слардар. Ей-ей-ей-ей-ей. Ловят нас Дума. Хорошо, Шива пошла. Есть также станчик от Слардара. Ну и камень получает. Бласт. Все в этом КБ ходит. Финвокера по Слардару. В итоге пока что размен. У нас 1 в 0. Один Дазл погибает. Также погибает и Дума. Есть байбак от Мизери. Минус БХ, минус Инвокер. Ну и последний Свен остается. Подхостой, который хоть кого-то надо убить. Саксу до конца. Нет, на развороте. По Вихе. Ну, Виха сам сносит тут полностью все ХП в итоге. Есть минус 5 в исполнении команды Digital House. Так, ну и Слардар ловит для себя Эгис. Сыр. Еще лежит. Сыр никто не хочет взять. А вот Элдер Тайтан как раз подходит, берет тот самый сыр. Ну и ребят на ХГ.
Да. Называется, Виха зашел, просто-напросто сломал почти всю сторону. Замечательно. Ну и этот барак тоже, ребят, заберут. Без комментариев даже. Ну, опять же, пытаются кого-то подловить через свои подкупы. Так, форстаф вперед, два форстафа, третий форстаф, господи. Что с ним происходит? Ну и влетает Резолюшн под БКБ, начинает нарезать до конца Ванч Хантера, минус БХ. Ну и Свенчик опять же гоняется по всем, за всеми. БКБ проходит, получает первый стан, второй стан, третий стан. Минус Свен, байбека нет у Свена, Инвокер тоже проблемы. Good game. Ну что ж, очень долгая игра в исполнении данных команд, и это только первая игра в Best of 3 встречи. Я очень страшно, что нас ждет дальше, потому что вот, смотреть такое, честно говоря, не особо приятно, когда ребята абсолютно ничего не показывают. Как-то не самая эта красочная дота, которую мы привыкли увидеть. Ну, что поделаешь. Ну что ж, на этом мы переходим на перерыв, после чего нас ожидает как раз вторая игра между этими двумя командами. Ну и там, возможно, определится победитель, или же все перенесется на третью решающую карту. eGaming Bets. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Dota 2 и Hearthstone, Counter-Strike и StarCraft, World of Tanks и League of Legends. egb.com. Ты точно знаешь, кто победит.